Всем привет! Сегодня хочу показать одну замечательную идею, что можно будет сделать из вот такой вот автомобильной запчасти. Эта деталь полностью новая, но от нее мне нужно будет только вот эта вот часть. Эту я оставлю для следующей самоделки. Сначала ее нужно будет разобрать. Делать это все очень легко, просто откручиваем вот эту вот часть. Также будет нужно два кусочка алюминиевой проволоки. На обоих концах делаем вот такие вот петельки. Как здесь, так и вот здесь. Одну из проволок я немножко сплющил. И дальше нужно будет все это собрать воедино. Одеваем эту часть вот сюда. Ставим изоляцию. И одеваем остальное. Подтягиваем гаечку. А вторую проволоку одеваем вот сюда. И закручиваем вот эту часть. Дальше эти проволочки сгибаем. Одну вот так. Одну вот так. И на этом почти все готово. В качестве рукоятки буду использовать вот такую. Это от старой советской отвертки. И, кстати, она еще с небольшим секретом. Здесь есть вот такой вот отсек, куда можно положить какие-нибудь маленькие биты. Ее мы будем ставить вот сюда. Но сначала еще одену термоусадку на вот эти вот контакты. Один сюда, один вот сюда. Эти концы немножко подогнем, и потом к ним будем подключать блок питания. Ну а саму рукоятку посадим на синюю изоленту. Без нее здесь никак. Ну а дальше остается лишь подключить его к блоку питания. На блоке питания нужно будет выставить 12 вольт и 5 ампер. Как видим, 12 вольт есть. Соединяем. И 5 ампер тоже есть. Дальше подключаем один контакт сюда, один контакт сюда. И как видим, он начинает нагреваться. Сейчас мы узнаем, какая температура. Подключаем к тестеру термопару. Включаем и смотрим. Помещение показывает 32, а сейчас поднесем сюда и поглядим, сколько он выдаст. Вот как видим, уже перевалило за 400. Ну а сейчас возьмем какую-нибудь платку и попробуем из нее что-нибудь выпаять. Ну вот, как видим, буквально несколько секунд, и все, что нам надо, мы выпаяли. Также можно будет и впаять назад. Все, как видим, все запаялось. Этой штуками даже удобнее пользоваться, чем термофеном, так как такие мелкие детали фен бывает раздувает и неудобно. А здесь же все положил, подержал несколько секунд, и все запаялось, либо же выпаялось. В общем, вещь отличная. Тест на спичку. Так что вот такая самоделка у меня сегодня была. Если данное видео было вам полезным, то поддержите его лайком и подпиской на канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых видео. Всем пока.